Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как сделать вот такую куклу-шкатулку из фоамирана. Для этого нам понадобится фоамиран разноцветный, диск ненужный, шаблоны, акриловая краска, пенопластовый конус, шарик пенопластовый диаметром 7 см, тесьма, суперклей, линейка, ножницы, канцелярский нож, гелевая черная ручка, кисточка, шпажка, клей, пистолет и утюг. Итак, мы начинаем с шкатулки. Мы берем фоамиран, чтобы сделать дно нашей шкатулочки. Берем диск, шпажку. Шпажка нужна для того, чтобы рисовать на фоамиране. На фоамиране не рисуют ни карандашом, ни ручкой, только шпажкой, зубочисткой, каким-то острым предметом. Обводим диск. Наше донышко нужно сделать двухстороннее, поэтому мы рисуем два кружочка. Вырезаем. Фоамиран бывает пористый, бывает махровый, бывает глиттерный. Он очень удобный для работы. Из него можно делать очень много разных изделий, аппликаций. Я думаю, вы уже сталкивались с этим. Можно делать цветы, украшения какие-то. Сейчас мы должны диск приклеить на фоамиран. Вот такое вот, чтобы у нас получилось плотное донышко. Мы это будем делать термопистолетом, чтобы дно у нас было плотным, чтобы когда вы положите туда какие-то вещи, мелочевку, чтобы оно у вас не развалилось. Если где-то неровненько, мы подрезаем. Дальше мы с вами сделаем бортики нашей шкатулочки. Мы берем фоамиран такой вот интересной фактуры, ребристой, и отрезаем 6 сантиметров на 21 сантиметр. Здесь у нас формат А4, 21 сантиметр так и есть. Поэтому отмечаем 6 сантиметров. Нам нужно два бортика, чтобы они соединились друг с другом. Отрезаем два кусочка и склеиваем их к нашему донышку. Вот таким вот образом. Проклеиваем суперклеем. С фоамираном можно работать клеем секундным, термоклеем, клеем ПВА. Фоамиран очень податлив, и даже если где-то нам не хватает, его немножечко можно растянуть. Очень приятен на ощупь. Он как пористая резина, как пластичная замша. Его так и называют. Благодатный такой. Нам нужно соединить вторую полосочку, поэтому мы подклеиваем еще и стык. Здесь у нас получилось немного больше, поэтому на стыке мы срежем по размеру. Сейчас подклеится. С фоамираном очень любят работать дети. Вообще он экологически чистый считается, безопасный. Поэтому я считаю, что даже необходимо детям работать с таким материалом. Такая у нас получилась шкатулочка. Теперь мы для этой шкатулочки должны сделать крышку. Шкатулка должна накрываться, поэтому немного больше должна быть крышка. Я заранее выбрала диаметр больше нашего диска и сделала такой вот шаблон, заготовку. Цвет фоамирана точно такой, как донышко. И обводим также и вырезаем. Для того, чтобы сделать крышечку, мы сделали нижний слой. И теперь такой же фоамиран берем, как наши бортики, шкатулочки, и делаем вторую крышечку, которую мы сделаем с разрезами,
чтобы поместить туда нашу куклу. Теперь мы возьмем линеечку, шпажечку и сделаем такие полосочки, чтобы потом сделать надрезы. Делим ее на 4 части и разрезаем. Сейчас мы включим утюг для того, чтобы обработать наши кусочки. При нагреве фоамиран принимает интересную форму. Его можно растянуть, можно сжать. Вот такие у нас получились кусочки тортика. Сейчас мы на крышечку на нашу приклеиваем эти кусочки. Такая вот крышечка. Сейчас мы к этой крышечке сделаем бортики. Для этого мы берем фоамиран оранжевого цвета, такой, как у нас донышко и крышечка. И отмеряем полосочку 1,5 сантиметра. Наша задача склеить к нашему основанию. Вот у нас такая получилась крышечка. Где-то какие-то недочеты. Мы это уберем нашей тесемочкой. Мы наклеили тесемочку на крышечку. Теперь нам необходимо наклеить тесемку на донышко нашей шкатулочки. Также мы это делаем клеем, суперклеем. Ну, это можно делать и горячим клеем. Поверхность ребристая, поэтому не очень клеится, но тем не менее. Шкатулка готова. Такая вот шкатулочка красивая в виде торта. Теперь мы переходим к самому интересному. Это к изготовлению нашей куклы. Шкатулочку мы в сторону. Для этого мы сейчас сделаем голову. Обтянем фоамираном пенопластовый шар диаметром 7 сантиметров. Мы включаем утюг. Мы будем фоамиран нагревать для того, чтобы он деформировался и мы смогли обтянуть наш шарик. Для этого нам необходима подставочка, чтобы положить наш шарик. Берем фоамиран телесного цвета, отрезаем небольшой квадратик и прикладываем к утюгу. Нагреваем. Вот так вот. Сейчас он немного подостынет, и мы его снимем. И тогда он останется в такой же форме. Это будет наше личико. Вот мы вытаскиваем шарик. Должны заполнить телесным цветом наполовину. Так как дальше у нас будут волосы, и поэтому мы то же самое делаем с желтым цветом. У нас получилось две таких шапочки, телесная для лица и основа под волосы желтого цвета. Теперь мы их должны склеить к этому шарику. Берем полосочку желтого цвета и нам необходимо закрыть наши стыки. Вот такой у нас получился ровный красивый шарик. Мы берем шаблон
челки, шаблончик можно нарисовать самим, можно распечатать в интернете. Берем также желтого цвета фоамирон и нашей шпажкой обводим. Вырезаем. Чтобы придать форму челке, мы ее прикладываем к утюгу. Вот такая у нас получилась челочка. Теперь нам необходимо сделать хвостики. Мы берем фоамиран желтого цвета, также две полосочки, и нарезаем, не доходя до конца, пол сантиметра, нарезаем на такие миленькие полосочки. Вот у нас получилась такая бахрома. Сейчас мы ее должны обработать на утюге, чтобы она закрутилась, чтобы у нас были кучерявые хвостики. Теперь мы нашему хвостику сделаем красивую резиночку. Мы берем фоамиран. Этот фоамиран блестящий, он называется глиттерный. И мы отрезаем небольшую полосочку и приклеиваем у основания нашего хвостика. Вот такой у нас получился хвостик. По такой же технике мы делаем второй хвостик и приклеиваем к нашему личику, к нашей голове. Вот такая смешная девочка у нас уже получается. Нам необходимо сделать туловище. Мы берем шаблон, берем напластовый конус, прикладываем к шаблону и на конусе помечаем, где нам необходимо конус срезать, чтобы сформировать туловище. Берем канцелярский нож. Убираем в сторону и делаем нашу кофточку. Берем фоамиран цветной, такими вот смешными полосочками, и нашу заготовочку, шаблон. И также обводим шпажкой и вырезаем. Если даже немного не хватает, мы его подтягиваем. Как я уже говорила, что он имеет свойство немного растягиваться. Склеиваем горячим клеем. Вот такой у нас конус получился. Теперь мы приступим к ручкам. Мы берем телесного цвета фоамиран и заготовочку в виде ручки. Также обводим и вырезаем. Две ручки готовы. Теперь нам необходимо сделать рукавчики. Такие у нас руки вверх получили. Теперь мы вернемся к нашему личику. Нужно личико расписать.
Вот такая у нас получилась кукла-шкатулка из Фоамирана. Она украсит ваш интерьер и будет хорошим подарком для ваших друзей и родственников. Надеюсь, от сегодняшнего мастер-класса вы получили творческое вдохновение. Импровизируйте, наслаждайтесь своим творчеством.